Умрешь, домой не приходи. Пошли. Поглядим, что там у них такое. А, да? Там же бот ходит. Тут что, реально эти, что ли, боссы, блин? Да, 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 да. Это боссы. Это 100% боссы. Там 300 у него. Надо... забегать внутрь, в еду, и прятаться в еде от них, чтобы они меня штурмовали. Так. Секундочку. Ой, блядь. Он... не надо. Бота вынесли. Блять, плохо. Отсюда нахрен. Enemy spot. EFT's not out. Shut up, god damn it. Ч-ч-ч-ч-ч. Блять. Капец, он живучий. СНБхи же, блин, что так долго-то он жил? Приятель, СНБшки. Или не регает, да, походу? Ой, ну такое убиваться должно. Как такое вообще может не регаться? У меня вопрос. Кошмар. Так, надо подходить. К домику. Валять, это по мне. Вау! Изи, чат вообще даже не вспотел, блин. Самый легкий квест просто в моей жизни. Так. МДР-ка убитая в хлам просто. Чем стреляет? Фигнёй. Так, фонарик пойдет. С которым я замучился ходить. Вот реально, сходил, искал их специально. Вообще не мог найти.
Пацаны, отрубаем его. Бля, там дроп упал. Что там привезли? Их, которые вот сейчас как бы можно делать. Санитар, сволочь, не спавнится. Ну, мы вот тоже бегали, искали, искали санитара, нету его. Бегали, искали, искали новых боссов, нету их. Вчера просто бегали, опа, встретили новых боссов. Я подозреваю, точно так же может быть и с санитаром. Поэтому, ну, все может быть. Какой-то ботик разговаривает. Может... Санитар! Да, блядь, ладно. Хотят стрелять. Блядь, а я говорил, чат, я говорил, говорил. А я говорил. Я говорил? Я вам уже говорил, что я говорил? Валим! В стороны! Вали гуляет. Он и волей может тут сидеть на складах. Тёмыч, здорово. Блять. Вон он, сука! Блять, мне хана. И сюда, да. Блять, сегодня какая-то, ну, какая-то постанова, блять. Ты мошенник, ёб... Два рейда сходил, два босса убил по квестам. Что? Буянов, если ты на стриме... Благодарю. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.